не помнит ни чинов, ни имен. На сцене чувствует себя, как рыба в воде. Тимур занимается музыкой 7 лет. Последние 3 месяца усердно готовился к фестивалю «Рок-осень». Но, несмотря на это, все равно волнуется. Я исполнял сегодня песню группы «Кино», «Звезда по имени Солнце», потому что я считаю, что эта песня достойна сегодняшнего вечера. Не просто выйти и спеть. Перед конкурсантами стояла задача подготовить музыкальное шоу, пусть и в небольшом формате. Точность исполнения, актерское мастерство, выразительность – главные критерии, на которые члены жюри обращали внимание. Зритель, кстати, реагирует очень точно, и мнения наши часто совпадают с мнением зрителя, потому что людей не обманешь, они искренне аплодируют. Категорий немало, и поэтому у нас и наград очень немало. Это и гран-при, это лауреаты первой, второй, третьей степени, это дипломанты первой, второй и третьей степени. Потому что мы даем возможность, мы же клубное учреждение, возможность каждому проявить себя. Маленький, но юбилей. Фестиваль «Рок-осень» уже 5 лет. В музыкальной тусовке Одинцовского округа это событие долгожданное. В этот раз оно собрало больше 70 участников. Карина Еряшева, Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».